Объединяя народы, в Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова провели традиционный День национальных культур. Студенты из 13 стран мира презентовали свои обычаи, танцы и песни. Ксения Голуб наблюдала за происходящим. Китайский рэп, арабская дабка, камерунская национальная музыка и французская классика шансона. Такую смесь стилей, языков и жанров можно было увидеть и услышать в студенческом дворце культуры БГТУ имени Шухова. Для вуза, где обучается около 2000 студентов почти из 40 стран мира, вопрос воспитания толерантности к другим национальностям очень важен. Для этого и проводится праздник. Шах Салтан учится в БГТУ первый год. Будущий экономист активно изучает русский язык. Но и традиции своей страны, Афганистана, не забывает. Возможности представить свою родину и язык для других студентов, исполнив песню, очень рад. Очень полезно для студентов и для дружбы. Очень интересно, что студенты из каждого страны, иностранец, они знают о своих и о других культуре. Представитель Кот-д'Ивуара Седрик Эхоуи в своей песне рассказывает о красоте этой африканской страны. Зал встретил композицию восторженными аплодисментами. За 2 месяца обучения сложилась своя группа поддержки. У меня есть много друзей, да, как друзья в Китае, в Афганистан, в Камеруне, в Кот-д'Ивуаре тоже, конечно, и много. О чем мог спеть француз, как не о Париже, а точнее о Елисейских полях. Любовь к России привела в белгородский вуз уроженца Франции Этьена Дюлонга. Он изучает русский язык со школы, общается бегло и почти без ошибок. Очень интересно посмотреть танцев и тоже слушать, как другие поют. Но я думаю, это тоже очень хорошо, потому что это дает нам возможность выступать. Подобные праздники проходят в вузе каждый год. Этот юбилейный, 10-й. Мы знакомимся друг с другом. На факультете учатся представители более чем 40 стран. Нам надо всем узнать друг друга для того, чтобы подружиться. Потому что планета Земля, она хоть и большая, но она маленькая. И все мы, прежде всего, хотя и разные, прежде всего мы жители Земли. А нам надо, чтобы жить в мире, понимать друг друга. В финале праздника все участники концерта поднялись на сцену. Их бурно приветствовали зрители. Вне зависимости от цвета кожи и традиций, все они объединены тягой к знаниям и желанием общаться с представителями других стран. Ксения Голуб, Евгений Северинов, к этому часу Белгород.